У нас очень мало пишется книжек для подростков, потому что считается, что подростки не читают книг. Это отчасти так, но для того, чтобы это точно было понятно, мне кажется, нужна книжка, которая обращена непосредственно к подросткам. Я много раз выступаю в школах и общаюсь с людьми 14-15 лет, я понял, что к ним никто не обращается, не обсуждает с ним самые важные проблемы. Например, что делать, если родители несправедливы? Что делать, если учительница дура? Чем отличается секс в любви от секса не в любви? Что делать, когда ты любишь, а все говорят, что тебе еще рано и так далее? Как быть в школе? Что делать, если ты понимаешь, что школа бессмысленна, а тебя заставляют учиться? Вот такие все самые главные вопросы никто с ним не обсуждает. Я тогда решил, что надо писать книжку, в которой попробовать обсудить самые главные вопросы подростковой жизни с подростками. Эта книжка вышла, она называется «Как перевоспитать трудных родителей».